Ребят, всех приветствую. Вы посмотрите, как мне выдроил машину Кёркером. Новый заказчик. Представляете, человек руководящей должности говорит: Юль, ты узнаешь хоть свою машину? Я говорю, я ее 2 года не мыла. Он говорит: ну вот смотри, как должна выглядеть чистая машина. Класс, ребят. Здорово мне ее отдраил. Смотрите, она блестящая вся. Сразу вот рыжики у меня вот на моем этом шпаклеванном вот на капоте на рыжем сразу вот. 2 раза перешпаклеванном. Ну и ладно, бог с ним. На крыле вот. Вот, ну клево, ребят. Он говорит, хорошая вот тачка у тебя, неубиваемая. Я говорю, а то. Смотрите, как чистенькая. Ребята, вот труба 160-я. Это которые для пыли, вот чтобы пыль туда летала. Я же вот эти вот колпаки-то сверху и снизу купила за 3500. Вот, пылеотвод от пыли. Мне ее надо отрезать на 70 и купить еще 2 хомута. Не знаю, что-то я посмотрела. Вроде как ребята мне какие-то сказали, что надо рехау какие-то есть, хомуты на 160, которые так вот защелкиваются. Вот. Сейчас время 5, наверное, 5:30. Ну, где-то 30 минут я ехала с Химок от них. Ну, то есть, как бы все ехали. Ну, пробка, конечно, по Ленинградке. Вот, ну, нормально. Завтра еще разок придется подъехать. Вот, потому что слой там в 3 местах. Глубокие ямы. Ага, здрасте. Вот. Я намазала вроде как. Начала тянуть это правилом, а оно все и упало. Вот. Ну и вроде договорились. Он говорит, Юль, ну пускай он прихватится. Хоть и со стекловолокном этот плитонит. Слушайте, хорошая смесь, ребят, фасадная. Вот. Отличная. Она долго не сохнет. И в общем, классная. И однородный такой. Песок там не крупный. Вот. Работать легко. И липнет. Вот. Но перед этим вот мой заказчик, я ему сказала, Метальгрунт, он нанес уже без меня. Он купил в предыдущий день, в воскресенье. Вот. А там аж до газоблока все высыпалось. То есть там вот эта снеговая нагрузка, она карман как образовала. Как бы вот эта краска, покрытие, такая шероховатая, она как панцирем стояла. А когда вот эти заказчики стали шпателем там корябать, так докорябали до кладки, до блоков. Вот. Ну, это я знаю, что когда протечка, там состав материала очень меняется. Вот эти связи, которые мы проходили в школе, молекулярные связи, они ослабевают материал, и материал становится сыпучий. Вот. Что и произошло. Вот магазин, который был, ребят, в том доме, который сейчас вот будет под снос. Вот они уже, да, 24, он сюда, на этот угол переехал. В этот новый дом, потому что их вот, то, что вот мы с вами видели, вот эти 3 дома вперед поломаны, а вот этот магазин продуктовый, он был в последнем доме, в том желтом, вот, к которому мы сейчас вот идем. Ну, я им говорила, там уже, он почти расселен, этот дом. Там остались только несколько, наверное, квартир жилых. Вот, сейчас мы смотрим с вами на дома. Вот я про этот домик говорю. О, видите, кран даже сюда уже вышел своей стрелой. Вот, мы сейчас с вами... Я иду домой. Вот, а завтра уже поедем 3-й раз. Будем надеяться, что последний. Ой, ветер. Ну вот сегодня хозяюшка меня тоже Юля сняла. Говорит, Юль, давай заснимем для истории. Мне и мужу моему очень понравилось, как ты репортаж ведешь. Класс. Я говорю, моим, говорю, подписчикам тоже нравится, что какое-то разнообразие. Не только эта стройка. Я говорю, они все уже выучили на этой стройке. Вот.
Так что мы с вами сейчас по проезжей части идем. Сзади кто-то едет. Ой. Так, поближе сейчас мы этот домик с вами рассмотрим. Ну, это вот куча мусора. А вон там мой. А впереди вон стрела торчит от техникума. Так, ну что, груду-то они не убрали. Груда так и лежит, кирпичи. Ну вот, хороший материал был, вот этот цементный плитонет, мне понравился. Так, а вы меня как? Не поймали ведь, ребятки. Вот, а здесь на этой трубе, вот, на 160-й, мне надо будет отпилить. Если она метровая, значит 30 сантиметров. Потому что у них тяга это на 70 сантиметров рассчитывается. На 8-10 килограмм пыли. Вот. Но я вот взяла циклон, который на пыль. Не на куски бетона. Нет. Только на пыль. Так, смотрим на стройку. Это дом под выселение. Вон деревья тут уже рубят. Вон машина прям впритык, смотрите, они забор прям к ней положили, потому что машина со спущенными колесами. Вот эта машина вместе с забором держит, теперь как бы они и капот не помяли. Смотрите как. И кран там стоит. Дурдом. Вот. Ну что, в обед-то сегодня уже поменьше было звонков, чем в понедельник. В понедельник просто шквал звонков был. Но не факт, что они были толковые. Так все подряд. Звонили, половину я даже не успела взять. Потому что у меня сумка лежала отдельно от меня, пока я забиралась там на трехметровую высоту. Я с собой, конечно, телефон да не брала. Вот второй раз никто не перезванивает. Вот, ну, начинают писать всякие, кто краски продает. Всякие посредники, у которых очень много объектов, у них нету малярш. И им нужны именно частники. Вот, ну, в общем, левандроза полно, ребят. Вот, мне это не надо, я в основном их удаляю или вообще блокирую. Вот. Чтобы втором, потому что я смотрю, одна баба вот сегодня звонила. Она звонила мне также в воскресенье. Вот, ну это ладно, это заказчики. Так, поднимаемся наверх. Наша с вами стройка. Вот она. Кран туда повернут, потому что они с той стороны делают угол. Ну вот, а детскую площадку вот веревками огородили они ленточками и все. Деревья вон деревяшками обложили. Все. Ремонт окончен. Поллета уже прошло. И информационный щит нам оставили. Чтобы мы все читали и успокаивались. Что сроки еще не вышли. Ну ладно, ребята, будем прощаться. Пишите комментарии, ставьте лайки.